Всем привет! Сегодня распаковка всякой мелочевки, несколько посылок. Вот такой вот фен. Это заказал брат. Он будет делать паяльную станцию. Наконец-то все пришло. Так, здесь маленькая посылочка какая-то. Кнопки пришли. Уже, походу, я их потерял. Думал, что они придут. Кнопки для радиостанции. Ремонтировать радиостанции, там кнопки менять. Здесь должна быть... Должен быть флюс. Пахнет довольно-таки вкусно. Очень удобная штука. Можно даже шприц набрать и выдавливать куда надо. Здесь у нас, по идее, должен быть термосиликон. Да, термосиликон. Довольно-таки замечательная штука. Клеить радиаторы к транзисторам BMS. Либо светодиоды можно на радиатор клеить. Еще одна посылочка. Здесь у нас... Что? Макетная платная. Да, макетка. Тоже брат заказал. Здесь еще модуль питания 3,3 вольта. Такая вот сегодня такая распаковка. Ссылки, как всегда, в описании. Заказывайте, если кому что нужно из этого. Спрашивайте, задавайте вопросы по качеству. К тому времени, я уже думаю, все это попробуется, будет известно, качественно, некачественно. Ну, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых видео, всем пока!